Мой доклад называется «Связь микро- и макромира. Суть новой материалистической теории». Выступление разбито на три части. Основы материалистического понимания мира, устройство материального микромира и устройство материального макромира. Вступление. Доклад подготовлен по материалам 8-го издания книги «Эволюционный круговорот материи во Вселенной». За отведенное время я смогу только очертить некоторую проблему. А разбираться и обдумывать все обоснования и доказательства будете по книге. В книге все относительно подробно. В природе все взаимосвязано, поэтому разбираться с каким-нибудь одним вопросом неправильно, глупо, неразумно, придется вникнуть во всю фундаментальную физику. Вся материя макромира состоит из материи микромира. Все причины процессов находятся в микромире. Первая глава книги так и называется «Связь микро- и макромира». Но искать причины процессов запрещено. Прочитав книгу, узнаете, как вас обманывают в науке физики. И этот обман заставляет вас заучивать в школе и в институте. А чтобы с обманом было не поспорить, и чтобы он действовал наверняка, этот обман утвержден программой образования и является обязательным для всех. Почти вся фундаментальная физика построена на обмане. Зачем и кому это нужно? Сначала зачем? Управлять умными людьми сложно, дураками и баранами легче. А теперь кому это нужно? Оказывается, это нужно всем управляющим звеньям, начиная с комитета 300. В этом докладе разберем кратко только один вопрос физики. Какова на самом деле материалистическая модель Вселенной, если не нарушать основных законов природы? Итак, современная фундаментальная физика лишена главного – материальности. Как объекты, так и процессы не носят материального характера, а являются всего-навсего выдумками и фантазиями, в том числе и математическими. Кроме того, в современной физике пренебрегают основными законами природы – законом сохранения массы и инерции, законом векторного сложения скоростей для тел и частиц, законом взаимодействия частиц в микромире. В теории Большого взрыва специально допущена ошибка. Суть ошибки – Вселенная не расширяется, а фотон – материальная частица, имеющая массу. В результате этого оказывается, что существует конкретная модель эфира, в которой известен состав, структура и кинематическое описание движения частиц, из которых состоит эфир. Эта модель эфира именно та, которую предполагали Аристотель и Ньютон. Данная модель эфира позволила описать состав и структуру материи. С помощью этой модели эфира стало возможным объяснить все процессы в природе – в их взаимосвязи на микро- и макроуровне. Таким образом, получилась новая концепция естествознания, которую я назвал «разновозрастная Вселенная». В результате стало ясно, что фундаментальная наука ошибочна. Основы материалистического понимания мира. Человек хочет объяснить природу и все происходящее в природе. Для этого он моделирует процессы. Первое и главное условие моделирования процессов в природе – это материальность. Как определить, где ошибочные, выдуманные представления о природе, а где материалистичные, реальные? Это на самом деле очень просто. Вначале, что такое материальность? Ответ будет такой. Вселенная – это бесконечное пространство. Все, что находится в этом пространстве, является материей. Это все состоит из частиц, которые обладают массой. Почему? Потому что масса – это количественная мера материи. Масса не может быть ни гравитационной, ни инерционной, ни массой покоя или еще какой-либо. Это извращенное понимание природы или больное воображение. Поэтому все, что имеет массу, является материей. И, соответственно, если что-то не имеет массы, значит, это выдумки и фантазии. Таким образом, чтобы утверждать о материальности объекта, необходимо знать, обладает ли этот объект массой. Но не всегда массу объекта можно определить напрямую, например, нейтрино. Однако рассчитать массу нейтрино можно через дефект массы при термоядерном синтезе. Таким же способом рассчитываются массы фотонов, эфирных частиц, нейтрона и нейтральной частицы протон без позитрона. Следующее условие моделирования – это понимание о материальном существовании нейтральной материи.
О нейтральной части материи упоминать запрещено. Это нерегистрируемая часть материи. Нейтральная часть вещества в 1000 раз больше по массе, чем зарядовая часть вещества. Вот что скрывают от вас и о чем непозволительно писать. Все вещество во Вселенной, оказывается, можно разделить на две части – зарядовую и нейтральную. Зарядовая – это электрон и позитрон. Нейтральная – это частица протон без позитрона. Кто и когда открыл нейтральную часть вещества? И что это такое? Нейтральная часть вещества была открыта вместе с позитроном. А позитрон был открыт в 1932 году американским физиком Андерсоном при наблюдении космического излучения с помощью камеры Вильсона, помещенной в магнитное поле. Что происходило в камере Вильсона? Космический луч выбивал из протона позитрон. Позитрон аналогичен электрону по массе, но имеет противоположный заряд плюс. Поэтому позитрон отклонился к магниту не как электрон, а к противоположному полюсу. Это отклонение, сам след трек и кривизна трека являются неоспоримым доказательством новой открытой частицы – позитрона. На этом открытие новых элементарных частиц было закончено. Дальше пошел обман, одурачивание и запутывание всей физики элементарных частиц. Их сейчас якобы 400. Очень коротко. Начну с опыта Андерсона. Когда космический луч выбил позитрон из протона, то должно было быть два трека. Один, который сфотографировал Андерсон от позитрона, и второй трек от оставшейся частицы протон без позитрона. Ведь осталась очень массивная частица протон без позитрона, масса которой в 1870 раз больше массы позитрона. Но трек был один, только у позитрона. Сразу все было засекречено. Вот отсюда и начались фальсификации. Умалчивание об этой частице. Почему у нее нет трека? Почему нет названия у этой частицы? Как все это можно объяснить? Но объяснять это запрещено, так же, как и дискутировать на нежелательные для научной мафии темы. Я назвал эту частицу «протон без позитрона». Так понятнее, что это за частица. Что же происходит на самом деле при распаде протона? Почему от вас скрывают, что вещество состоит из зарядовой части вещества и нейтральной части вещества? Потому что эти вопросы могут привести к составу и структуре материи и, соответственно, к данной модели эфира. А это научной мафии не нужно. Ей надо все запутать и всех заставлять учить это запутанное. Электрон и позитрон – это зарядовая и регистрируемая часть вещества, а протон без позитрона – нейтральная и нерегистрируемая часть вещества. Пока позитрон обращается вокруг частицы, протон без позитрона – это протон, его можно регистрировать. Но как только позитрон будет выбит из протона, то оставшуюся нейтральную часть вещества зарегистрировать будет невозможно. Без заряда позитрона оставшаяся нейтральная часть вещества, протон без позитрона, сожмется в 10-15 степени раз, превратившись в микрочерную дыру. Это нерегистрируемая часть вещества, и это видно только при моделировании вещества. Чтобы это было понятно, надо представить структурную модель вещества и, соответственно, ее место в составе материи. Нейтральную часть вещества, а она в 1000 раз больше по массе, чем зарядовая часть вещества, мы регистрируем только через дефект массы. Как это делается? Из массы протона отнимаем массу позитрона. Также через дефект массы обнаруживают существование нейтрино, нейтрона и эфирных частиц. Естественно, если есть масса, значит есть и частица материи. Вещество черной дыры, например, состоит на 100% из нейтральной части вещества. В дальнейшем для запутывания физики элементарных частиц стали применять ускорители. Появилась так называемая ускорительная физика. Что же сейчас открывают ученые в части фундаментальной физики элементарных частиц? А что они могут открыть, если все открываемое должно находиться в рамках так называемой стандартной модели? Это теория Эйнштейна и теория Большого взрыва, а все остальное – лженаука. Вся фундаментальная физика движется в неправильном направлении и несет в себе простой обман. Например, последняя элементарная частица была открыта Андерсоном в 1932 году. Это был позитрон. Все остальные частицы из ускорительной физики – это математические модели, взятые с потолка. Они получаются при математической обработке треков частиц корреляционной функции. Какие частицы сталкиваются между собой, никто не знает. Трек какой частицы взят за основу, этого тоже никто не знает. Элементарных частиц стало более 400. Ускорительная физика – это дорогостоящий обман. А протон с протоном, например, столкнуться не могут.
Большинство Нобелевских премий выдано за ошибочные математические модели. Кварковая модель зарядов, модель антипротона, модель бозона Хиггса и так далее. В книге об этом написано подробно. Третье условие моделирования. Это мы разобрались с материей как с объектом материального мира. Но материя находится в непрерывном движении. А движение – это процессы. При моделировании процессов они также могут оказаться нематериальными, то есть быть выдумками и фантазиями. Как в этом разобраться? Оказывается, тоже очень просто. Процесс будет материальным лишь тогда, когда любые взаимодействия, в том числе и силовые, гравитационные, электростатическое и магнитное, осуществляются контактным способом в виде соударения тел и частиц. И тогда что получается? Загляните в свои учебники. Механика, основанная на силе и энергии, ошибочна. Сила – нематериальный процесс. Силу в модель механики ввел Гюйгенс для запутывания физики. Затем из фальшивых формул силы и ускорения Гюйгенс выводит формулу энергии. Е равно МВ квадрат пополам. И как результат, вместо инерции, масса, помноженная на скорость, которую вас заставляют называть количеством движения или импульсом, появляется ошибочная формула урод – энергия. Е равно МВ квадрат пополам. Вот вывод этой формулы. Рассмотрим действие силы на примере гравитационного взаимодействия из энциклопедии. Оказывается, гравитация была описана еще во времена Ньютона. В 1690 году швейцарский ученый Николас Фатио из Женевы предложил теорию, которая объясняла гравитационное взаимодействие, описанное Ньютоном. Объяснение было очень простым и материалистичным. Эфирные частицы летят во всех направлениях Вселенной и передают свою инерцию, приталкивая тела друг к другу. Все объяснялось механикой. Теперь постараемся понять, что такое сила. В космическом пространстве два тела притягиваются друг к другу силой. Если передачу инерции в виде соударения эфирных частиц с телом можно себе представить, то действие силы на расстоянии через пустоту бесконтактным способом представить невозможно. Все объяснения не будут носить материальный характер. Проще говоря, это будет фантазией. Кроме того, механикой, основанной на силе, в космосе пользоваться невозможно. Ею можно пользоваться только на Земле. Например, тело с массой m надо переместить на расстояние s. Какой будет формула при перемещении тела на Земле? Формула для расчета будет работа А равно сила, помноженная на путь. Так как считается, что перемещается не масса, а сила, в данном случае вес. В космосе между планетами и звездами веса нет. Ускорение свободного падения равно нулю, и сила равна нулю. Для космоса эта фальшивая механика не подходит. Механика в природе одна, и она универсальная. Это механика Галилея Ньютона, основанная на инерции. Формула для перемещения массы m будет работа А равна масса, помноженная на путь, или работа А равна масса, помноженная на скорость, помноженная на время. Итак, механика, основанная на силе и энергии, ошибочна. Все намного проще и объясняется передачей инерции, масса, помноженная на скорость, контактным способом. В физике, кроме объяснений на механической основе, ничего другого не существует. Все другие объяснения нематериальны и являются вымыслом, в том числе и математическим. Пространство. Пространство – это пустота. А пустота нематериальна и не может быть искривленной ни при каких обстоятельствах. Она линейна по всем направлениям. Время. Также нематериально. Время всего лишь производное из расстояния и скорости. Время везде во Вселенной течет равномерно, согласно с законами природы, по которым протекают процессы в микромире и которые являются природными часами. Вся материя во Вселенной имеет одну и ту же структуру и один и тот же состав. Вся материя макромира состоит из материи микромира. Все ранее открытые стабильные элементарные частицы, а их всего четыре – электрон, протон, фотон, нейтрино – имеют дискретную структуру и состоят из двух эфирных частиц. Все элементы таблицы Менделеева, имеющие массу более массы первого элемента Вселенной водорода, могут образоваться только в результате термоядерного синтеза в недрах светящихся или потухших звезд, а также в недрах планет. Все вещество во Вселенной состоит из электронов и протонов, из которых состоят все химические элементы. Все временные эволюционные процессы происходят только в галактиках. Галактика является ячейкой Вселенной. Вселенная стационарна, разновозрастная, вечна и бесконечна. Поэтому между галактиками нет звезд.
Стационарное состояние каждой звезды неоднократно прерывается взрывами, которые связаны с эволюционным этапом жизни звезды и носят цикличный характер тепловой неустойчивости. В связи с этим каждая звезда в соответствии со своим возрастом имеет кометы и планеты. Кроме того, тепловая неустойчивость, связанная с взрывным характером, появляется везде, где происходит эволюционный термоядерный синтез. Это потухшие звезды и массивные планетные тела. Эфир и обменные частицы – главные участники эволюционного круговорота материи во Вселенной. Все процессы и явления происходят только при их непосредственном участии. Во Вселенной действуют одни и те же законы природы – эволюционные закономерности как неживой, так и живой материи, и даже социальные законы развития общества. Теперь устройство материального микромира. Вся материя макромира состоит из материи микромира. Все причины процессов находятся в микромире. Структурно вся материя Вселенной состоит из двух элементарных частиц. Я их назвал нейтриники и фотоники. Сразу можно сказать, что фотон, электрон и позитрон состоят из фотоников. Это доказывает реакция аннигиляции. Вещество можно разделить на две части – зарядовую и нейтральную. Зарядовая – это электрон и позитрон. Зарядовая часть вещества состоит из фотоников. Нейтральная – это протон без позитрона. Нейтральная часть вещества состоит из нейтриников. Состав материи. Материя состоит из трех субстанций – эфира, обменных частиц и вещества. Первая субстанция – эфир. Это мельчайшие частицы материи, фотоники и нейтриники, продукты распада фотонов и нейтрино, несущиеся прямолинейно во всех направлениях Вселенной. Дискретность материи на этом заканчивается. Роль нейтриников как составляющей эфира. Нейтриники ответственны за гравитационное взаимодействие и частные случаи его близкодействия – сильное, слабое, молекулярное. Роль фотоников как составляющая эфира. Фотоники ответственны за все за электромагнитное взаимодействие и все процессы и явления, связанные с зарядами. Вторая субстанция. Обменные частицы. Это фотоны и нейтрино. Фотон – обменная частица у электрона. Электрон может как излучать, так и поглощать фотон. Фотон не обладает ни электрическими, ни магнитными свойствами и не является электромагнитным полем. Фотон надо представить как частицу, состоящую из определенного количества фотоников, которые, как единое целое, движутся в пространстве со скоростью света и с каждым колебанием излучающую эфирную частицу – фотоник. В полете фотон совершает поперечные колебания частицами-фотониками, из которых он состоит. Нейтрино – обменная частица у протона. Протон может как излучать, так и поглощать нейтрино. Нейтрино надо представить как частицу, состоящую из определенного количества нейтриников, которые, как единое целое, движутся в пространстве со скоростью, отличающейся от скорости света, и с каждым колебанием излучают нейтринник. Оценка массы и скорости нейтрино произведена на страницах 173-180. Скорость нейтрино оказалась много меньше скорости света, а масса нейтрино оказалась много больше массы фотонов. О роли нейтрино в составе атома подробно описано в книге. Как оказалось, нейтрино не дает упасть электрону на ядро. Третья субстанция – вещество. Элементарными частицами вещества являются электроны и протоны. Электрон. Электрон надо представить как частицу, состоящую из 10⁻³ степени фотоников, каждый из которых движется по индивидуальному объему замкнутых траекторий со скоростью света. От распада на составляющие электрон как единое целое удерживает эфир. Основная часть фотоника выполняет функцию заряда. И это количество фотоников строго нормировано. Направление движения фотоников указывает на знак заряда. Заряд электрона считается элементарным отрицательным, он неделим. Небольшая часть фотоника выполняет функцию обменных частиц, которые электрон в виде фотонов то излучает, то поглощает. Поэтому масса электрона непостоянная. Протон. Сложная частица. Протон состоит из позитрона. Частицы протон без позитрона, нейтрино в составе протон без позитрона и фотона в составе позитрона. Позитрон. Во всем аналогичен электрону, но направление движения фотоников по индивидуальным объемам замкнутых траекторий противоположное, согласно знаку заряда. Только такой моделью можно объяснить аннигиляцию электрона и позитрона. Позитрон обращается вокруг частицы протон без позитрона. Заряды электронов и позитронов неделимы. Так же, как и у электрона, определенное количество фотоников выполняет функцию заряда. Это количество фотоников строго нормировано.
Небольшая часть фотоников в составе позитрона выполняет функцию обменных частиц фотонов. Эта часть фотоников непостоянная. Позитрон при определенных условиях то излучает, то поглощает фотоны. Поэтому масса позитрона непостоянная. Однако условия излучения и поглощения фотонов позитронов будут отличаться от электрона. Излучение и поглощение позитронов фотонов связано со скрытой теплотой плавления и кипения, а также ударом и трением атомов и молекул между собой в составе вещества. Позитрон был открыт в 1932 году американским физиком Андерсоном. Частица – протон без позитрона. Это нейтральная часть вещества. Ее надо представить как частицу, состоящую из 10^33 степени нейтриников, каждый из которых движется по индивидуальным объемам замкнутых траекторий. Нейтральная часть вещества по массе в 1000 раз больше, чем зарядовая – электроны и позитроны. Если электрон и позитрон, а также протон можно зарегистрировать, то протон без позитрона регистрации не поддается. Нейтральная часть вещества никаких аннигилирующих пар не имеет и превратиться в фотоны, в энергию, не может. Аннигилирующая пара в природе одна. Никакого антивещества в природе не существует. Какой абсурд несет современная физика и формула Эйнштейна для полной энергии вещества E равно mc квадрат, где под массой m подразумевается все вещество, как зарядовая ее часть, так и нейтральная. Для справки. Нейтрон не является элементарной частицей вещества. Нейтрон состоит из двух элементарных частиц, из протона и электрона, обращающихся вокруг протона на расстоянии, соизмеримым с размерами частиц. В веществе нейтрона как такового нет, он виртуален, так как электроны поочередно обращаются в ядре атома вокруг протонов. Теперь устройство материального макромира. Модель Вселенной. Вот коротко ее содержание. Новая космологическая теория называется «разновозрастная Вселенная». Только в разновозрастной Вселенной может существовать материя и происходить ее эволюционный круговорот. Одни галактики – это светящиеся галактики и квазары, в настоящее время излучают обменные частицы, которые создают эфир. Другие галактики – потухшие, переизлучают обменные частицы, а третьи – черные дыры – только поглощают обменные частицы и эфир. Только в таком непрерывном круговороте возможно существование данной модели эфира и всей Вселенной в целом. Без эфира и обменных частиц не могут происходить эволюционный процесс усложнения вещества, образования новых химических элементов. Существовать состояние вещества, твердое и жидкое. Происходить все электромагнитные явления. Существовать гравитационное взаимодействие. Непрерывное действие эфира удерживает в своих размерах все объекты вещества, начиная с электрона и кончая звездами, а также всеми звездными объединениями. Все процессы явления во Вселенной не могут существовать без обменных частиц и эфира. Материя во Вселенной находится в непрерывном движении и в вечном эволюционном круговороте. За ячейку круговорота материи во Вселенной принимается галактика. Все временные эволюционные процессы материи происходят в галактике. Галактика – это ячейка Вселенной. Каждая галактика живет своей индивидуальной жизнью. Индивидуальность галактики определяется ее массой. Все происходит строго по законам природы. Во всей Вселенной действуют одни и те же законы эволюционной закономерности, как неживой, так и живой материи. Вся материя во Вселенной имеет один и тот же состав и состоит из одних и тех же двух элементарных частиц. Жизнь галактики начинается и заканчивается состоянием, когда все вещество галактики сосредотачивается в очень малом объеме, в сверхплотном состоянии. Это первое стационарное состояние вещества галактики. Такую модель вещества называют черная дыра. Сколько времени вещество галактики будет пребывать в состоянии черной дыры и по каким причинам стационарность ее нарушится и черная дыра превратится в квазар, будет рассказано позже. Когда вещество в виде двух струй начнет истекать из полюсов черной дыры, образуя облака, состоящие на 100% из водорода, то такую модель уже называют квазар. Это рождение галактики. Излучение от квазара в радиодиапазоне. Далее под действием гравитации в сгустках водородных облаков будут образовываться протозвезды. Когда в центре протозвезды будут достаточные условия для начала термоядерного синтеза, протозвезда засветится. Эволюционный процесс, связанный с материей, направлен на ее усложнение и в конечном итоге на компактность. Основной этап эволюционного усложнения вещества происходит в звездах,
при термоядерном синтезе химических элементов. Начальным химическим элементом является водород. Термоядерный синтез происходит под действием эфира. Взаимодействующие частицы должны сблизиться на критическое расстояние, а между ними должен оказаться электрон. Это будет являться необходимым условием. Излучение обменных частиц нейтрино и фотона будет являться уже достаточным условием термоядерного синтеза. Наибольшее количество обменных частиц содержит первый элемент – водород. Излучение веществом звезды всех обменных частиц может превратить звезду, если у нее для этого достаточная масса, в нейтронную, а затем при потере зарядов и в черную дыру. Если масса звезды небольшая, то будет просто потухшая звезда, как, например, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Свою жизнь звезда начинает с голубого цвета, а заканчивает красным цветом. Стационарное состояние звезды за ее жизнь неоднократно будет прерываться взрывами и выбросом вещества. Это закономерные эволюционные взрывы, связанные с периодически повторяющейся тепловой неустойчивостью в центре звезды. Из выброшенного звездой вещества будут образовываться кометы, а затем и планеты, обязательно с твердой поверхностью и правильными формами эллипсоида вращения. Каждая звезда в соответствии со своим возрастом имеет кометы и спутники планеты, являющиеся закономерным итогом эволюционного развития звезды. В нашей Солнечной системе имеются 4 потухших звезды – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – с комплектами спутников планет или то, что от них осталось в результате катастроф. Сила последующих взрывов с каждым разом будет убывать, и поэтому орбиты вновь образующихся планет всегда будут находиться внутри предыдущих. Средняя удельная плотность вновь образующихся планет будет повышаться. Если масса у планеты будет достаточной, то в центре начнется термоядерный синтез. Только начальным химическим элементом будет не водород, а более тяжелые химические элементы. Результатом этого синтеза станут следующие химические элементы. Периодически повторяющая тепловая неустойчивость... Александрович, ваше время истекает. Ну, я засек время-то. Я 3 минуты. Я зашел тоже. Сейчас 58. У меня ровно 30 минут. Заключение. Ну, нас, видимо, в данной книге описывается непрерывное движение материи, а именно как и в каких случаях материя выполняет различные функции. Функцию эфира, функцию обменных частиц, функцию вещества. Ведь частицы, из которых состоит вся материя Вселенной, всего лишь две. Это нейтриники и фотоники. Они либо движутся прямолинейно, либо движутся по индивидуальным объемам замкнутых траекторий, выполняя функцию вещества, но все равно с той же скоростью, и только вещество имеет макроразмеры и широкий диапазон скоростей. Кроме того, вы увидели, что современная фундаментальная физика носит нематериальный характер, то есть является выдумками и фантазиями, в том числе и математическими. Уважаемые коллеги, загляните в свои доклады. Все ли написанное там у вас носит материальный характер? Постарайтесь в этом разобраться. Все. Спасибо за внимание.